США и Кремле ответили Залужному. Россия шахедами атаковала Харьков, а в Донецке продают билеты на поезда, которых нет. Я Кристина Терещенко, это итоги 3 ноября от команды новостей Донбасса. Ставьте лайк, мы начинаем. Не только в Украине, но и за ее пределами продолжают обсуждать статью Валерия Залужного изданию «Экономист». Так, координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби охарактеризовал статью главнокомандующего ВСУ одним из важных аргументов, почему США должны продолжать помогать Украине. Я думаю, это подчеркивает, насколько важно, чтобы мы продолжали поддерживать Украину. Мы развиваемся и уже эволюционировали в контексте того, чем мы обеспечиваем Украину, так же, как развивалась и сама война. И я подозреваю, что этот процесс будет продолжаться. Кирби также заявил, что в ходе войны меняются потребности Украины в вооружении, а также подчеркнул, что давать оружие было бы легче, если бы Конгресс принял запрос президента Байдена по дополнительному финансированию для поддержки Киева. Тем временем свое несогласие с содержимым статьи Залужного высказали в Кремле. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, война в Украине не зашла в тупик, а Россия, как считает Песков, уверенно выполняет цели так называемой СВО. Напомним, последним крупным населенным пунктом, который захватили войска РФ, был Бахмут, бои за который длились 10 месяцев. Вслед за Залужным общую ситуацию на поле боя проанализировали и в британской разведке. Их мнение, похоже, незначительно отличается от мнения украинского командования. Ведомство считает, что продвижения на фронте продиктованы обширными просторами, на которых идут бои. Географические масштабы войны в Украине препятствуют наступательным действиям. При прочих равных условиях баланс наземных боев в целом благоприятствует обороняющимся силам. В итоге на юге украинское наступление не продвигается из-за хорошо подготовленных оборонительных позиций России. А в районе Авдеевки крупномасштабное российское наступление натолкнулось на сильную оборону Украины. Также, по мнению британских аналитиков, главным фактором скатывания войны в статическую фазу стало ослабление тактической авиации. На данный момент обе стороны держат надежную противовоздушную оборону, что не позволяет боевым самолетам противника оказывать штурмовикам воздушную поддержку. Сегодня ночью Россия вновь нанесла удар по территории Украины беспилотниками. В этот раз от рук оккупантов пострадал Харьков. Жертв, к счастью, нет. Под удар попали частные дома, предприятия, а также колледж транспортных технологий. Здание учебного заведения было построено более 100 лет назад, в 1915 году. Теперь оно разрушено. Ночной обстрел по Харьковской, Львовской и Ивано-Франковской областям уже прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. Он поблагодарил украинских защитников за отражение воздушной атаки и в очередной раз предупредил, что с приближением зимы армия РФ будет пытаться наносить ущерб инфраструктуре. По его словам, ВСУ удалось сбить большую часть БПЛА, которую запустила Россия. Тем временем в Донецкой области под плотным вражеским огнем «Белые ангелы» продолжают эвакуировать людей из Авдеевки и близлежащих сел. Рискуя жизнью, полицейские только за один день вывезли в безопасное место 6 человек. Так они заехали в Бердичи, чтобы уговорить эвакуироваться пожилую женщину. Ее попросили спасти родственники, которые позвонили по телефону на горячую линию «Белых ангелов». Пенсионерка категорически отказывалась уезжать, но полицейским и сыну все-таки удалось ее убедить. Хочет вас забрать себе в Доброполье, потому что здесь стреляют, потом вас вывезти, может, и не будет возможности, поняли? А что я ж там буду делать? Жить спокойной жизнью. Там свет нет. Есть, вода, все да. Есть. Бабушка. Нет. У вас парень эвакуируется тоже. Поехали. Давайте уедем, пока всех не поубивало здесь. Мам, поехали. Поехали. И что ты будешь делать? Пусть меня тут. А я? Ну, а ты уезжай. А что ты будешь делать? Ни воды достать, ни хлеба, ни фига. Ничего. Что не, ничего? Поехали. Нет. Так Юра пошел собирать. Он соберет сейчас он ваши соберет. Вещи. Северная Корея передала России баллистические ракеты. По данным Associated Press, которые ссылаются на южнокорейскую разведку, сколько ракет КНДР передала России, неясно. Однако известно, что речь идет о баллистических ракетах малой дальности, противотанковых ракетах и переносных зенитных ракетных комплексах. Кроме того, в пакет помощи входили также стрелковое оружие, ручные гранатометы, минометы и боеприпасы.
В то же время в российском посольстве в Южной Корее сообщения о поставках севернокорейского оружия в РФ уже назвали голословными. В оккупированном Донецке открыли пункт продажи железнодорожных билетов. Такая новость появилась сегодня в пророссийских телеграм-каналах. Как сообщают пропагандисты, теперь в кассе можно не только приобрести билет на поезд дальнего следования, но и восстановить или оформить возврат проездного документа. Но вот есть одна загвоздка железнодорожного сообщения. Оккупированная часть Донецкой области с другими регионами России, а тем более с Украиной, с 2014 года, видимо, традиции Российской империи живут и в нынешней России. Тогда строили потемкинские деревни, сейчас на оккупированных ею территориях открывают кассы для таких же потемкинских поездов. Все на сегодня. Больше информации 24 на 7 для вас в нашем телеграм-канале «Новости Донбасса». Такие сводки, как это, выходят ежедневно на Ютубе, поэтому подписывайтесь, чтобы не пропускать. До встречи и берегите себя!